Мы продолжаем рассказ о Южной Америке, какой ее увидели путешествующие магнитогорцы. Сегодня в объективе любительской телекамеры один из самых суровых и экзотических уголков планеты. Наверное, большинство из нас впервые открыло для себя этот мир бесконечных приключений вместе с героями Жюль Верна в поисках капитана Гранта. Правда, в 60-е годы 19-го столетия Патагонией назывались все земли между Буэнос-Айресом и Огненной землей. В 20 веке у этой географической области определились более скромные границы – юг континента. Путь каравана через дебри Патагонии. Но и в таких масштабах загадок, контрастов, суровых испытаний вдоволь даже для самых привередливых любителей сильных ощущений. Потому что над этой землей распоясались все земные и небесные стихии. Равнины и плоскогорья похожи на прожаренную солнцем сковородку. На широте Тбилиси резвятся котики и пингвины. Ветер отогнал на ту сторону озера вот эти айсберги. В середине континента плавают айсберги. Он мне немножко мешает снимать, камера вибрирует. А в горах у кромки вечного льда воркуют попугаи. Леса Патагонии и ураганные ветра. И рядом с этой экзотикой никогда не прекращающийся чудовищный ветер. Вот тут дорогу преграждают завалы. Надо обходить. А где? Словно мощные потоки воздуха с ревом и свистом извергает некое мифическое существо. Вот так растут деревья. Дебри Патагонии. Есть даже версии, что испанские моряки назвали эту землю по аналогии с жутким чудовищем Патагоном, героем одного из бестселлеров начала 16 века.
прекрасные места. Если бы не ураганные ветра, это был бы фантастический район по красоте и природным условиям. По другой версии, название Патагонии переводится с испанского как «большая нога», так как первооткрывателям показалось, что у аборигенов действительно очень большие и длинные ноги. Вот так происходит подъем по снежному склону по целине. Группа выходит на перевал. Самое сердце Патагонии. У магнитогорцев же после многочисленных горных восхождений, о которых мы расскажем отдельно, родилось свое толкование. От слова «пот». Ай, Ваня, понял? Пот. Патагония от слова «пот». Похоже. Холодный только пот. Очень было особенно. Патагония от слова «пот». А морфологическое несоответствие с лихвой возместили собственные ощущения и переживания на подступах к непокорным вершинам патагонских Анд. Во времена Жюля Верна впечатления путешественникам не доставались так легко. Их надо было в буквальном смысле выходить. Да и отношение к пришельцам из Европы было в этих краях весьма своеобразное. Их порой захватывали в плен. Правда, индейцы заботились о своих белых рабах как о самых полезных животных. Помещение почты в Челтене. Нынче путешественник полезен ничуть не меньше. Ни знанием, так звонкой монетой. И для туристов здесь есть все, и экзотика, и риск, и сервис. Наши ребята заняты писанием писем домой. На этой своеобразнейшей почте в Аргентине. За окном ветер. Офицеры. Представьте себе миниатюрный поселок, а точнее несколько домов в горах, где есть междугородний телефон. И в перерывах между восхождениями в считанные минуты можно соединиться с любой точкой Земли. За окном бушует непогода, а ты набираешь код Магнитогорска и поднимаешь себе настроение телефонным звонком домой. Почта. Итак, Чалтен, на горизонте Фицрой и Коля. Туристов в Патагонии любят. Да и туристы не переводятся в этих краях. Пожалуй, их значительно больше, чем местного населения, которое в основном сосредоточено в нескольких небольших городках.
Патагония осваивается очень медленно, хотя правительство всячески стимулирует ее развитие. Даже существует проект переноса столицы Аргентины из Буэнос-Айреса в просторы Патагонии. А пока чиновники обсуждают все плюсы и минусы возможного административно-архитектурного десанта, в Пампе хозяйничают многочисленные стада баранов. Главное богатство не только Патагонии, но и всей страны. Их стада также, если не более многочисленны, как стада, заполнявшие равнины Месопотамии, писал Жюль Верн. Но скотоводы Пампы больше похожи на мясников, чем на библейских патриархов. Да, отары овец разводят здесь не для оживления пейзажа. Но есть и другая, бегающая, плавающая, летающая живность, которой можно любоваться. Я давно хотел снять патагонского орла, но вот среди скал он ищет свою добычу. Не менее 3 метров размах крыльев. Растительный мир Пампы не очень богат. А почти все, что есть зеленого и цветущего в городах, привезли с собой европейцы. Но зато в горах можно увидеть много любопытного. В небольшой ложбинке я обнаружил вот такую полянку. Кустов-то почти не видно, а ягоды... Ягода, похожая на бруснику, только крупнее. И вот такой очень мелкий цветущий кустарник в затишье на берегу ручья. А это что-то вроде рододендрона. Вот здесь цветы близки к тому, чтобы распуститься. Южный бук. Прекрасный бук. Очень красивый, большой. 1.5 обхвата. Вот к нему мох тоже прижился. У него тоже очень развесистая крона. Южный бук – эндемик этих мест. Ну а даже такое далеко не слабое дерево становится легкой добычей ураганных ветров, достигающих разрушительной силы.
Острые на язык россияне окрестили их штанодерами. Почему, наверное, объяснять не надо. Зато настало время объяснить и природу патагонских ветров, и уникальность этого уголка планеты. Немного науки и научной терминологии. Патагония находится между 40-ми и 50-ми широтами. Это леса Патагонии. Это практически единственный кусочек суши, который встречает на своем пути так называемые циркумполярные ветры. Ветры, увлекаемые вращением земного шара. Они разгоняются над поверхностью трех океанов до 180 км в час. Поэтому эти южные широты называют ревущими 40-ми и неистовыми 50-ми. 20 минут назад я снимал попугаев. А теперь ветер сдувает вершины в снегу. Это Патагония. Весь свой вольный разгул и запасы влаги циркумполярные ветры обрушивают на одинокий южноамериканский барьер. Ежедневный дождь или снег в горах обычное явление, даже летом. Так возникают обширные ледники. Вот они, острые пики Сираков. Вот. Плещет вода, озеро Педрос Бланка. И вот он, язык ледника, спустившийся в озеро. Гигантские ледяные поля Патагонии превышают по площади такие государства, как, например, Ливан или Израиль. Ледники живут, питаются, худеют, растут, двигаются. На чилийской стороне они спускаются во фьорды Тихого океана. На аргентинских склонах до Атлантики далеко, так что большинство ледовых рек впадает в предгорные озера. Это сверхмощный ледопад. Падая с высоты, лед превращается в порошок и в виде пылевой лавины
идет по склону. Вот с этого места произошел обрыв. Лаго Аргентино – одно из таких ледниковых озер. Здесь заканчивается многокилометровый путь нескольких глетчеров. Но наибольшую симпатию туристов завоевал ледник Перито Морено, который так далеко врезается своим языком в озеро, что делит его на две части. Периодически эта ледяная перемычка размывается и рушится. Последний такой катастрофический прорыв случился 10 лет назад. Он был заснят на пленку, ставшую самым популярным сувениром. Патагония. Земля скал, льда и ветра. И снега. Идет гребень. Наши ребята. Да, осень жарко. Да, ветер стих. Вот ледник. Ледники Патагонии – это не только уникальное зрелище. Это прежде всего гигантский холодильник с пресной водой, который работает на кухне погоды всей планеты. И все это в озеро. И вместе с тем, патагонские ледниковые образования – белое пятно глециологии, науки о природных льдах. Около 2 лет назад в Патагонию отправилась российско-американско-аргентинская экспедиция под руководством профессора МГУ, всемирно известного глециолога, эксперта ЮНЕСКО Виктора Поповнина. Тогда ее финансировала американская сторона. Международное общение. Ну вот это наше снаряжение и лыжи. Вот на этом леднике де Лос Крес, у верхнего маленького озерца Лаго де Ира. Через год магнитогорские альпинисты пригласили Виктора Поповнина в свою спортивную компанию, таким образом придав ей еще и научный характер. Так, идет работа с термографом. Ага. Ренат, что там с температурой-то? 5,5 градуса. 5,5? Как и год назад, ученый вел наблюдение на леднике «De Los Tres», в переводе с испанского «Ледник троих». Россияне, естественно, сделали свой перевод. На троих. Но это была единственная шутка. Работа же велась самым серьезным образом. Даешь, Фицрой! Надо наготовиться на снежник. Вот он, Фицерой. Джужит термограф. Работает потихоньку. Материалы о балансе массы аргентинского ледника ждет мировое глециологическое сообщество. И не только. О глобальном потеплении и парниковом эффекте знает любой обыватель. Вот ледник. Но так ли страшен ледникам этот пресловутый эффект?
спускается, спускается, спускается. Спускается аж туда. Это озеро. Ледниковое озеро. Под самую-самую спину. Кто-нибудь пойдет и на разведку. О, на тот перевальчик. Больше влажность в атмосфере, значит, и больше осадков в горах. Питание ледников улучшится, и кто знает, как это отразится на кухне погоды. Есть версия, что Земля уже переживала и парниковый эффект, и глобальное потепление. Жизнь продолжается. Вести наблюдение за приборами россиянам помогали все. И собравшиеся здесь элита мирового альпинизма, и местные жители. Переход через трещину. Давай, давай. Хотя самые рискованные маршруты по леднику прокладывали только члены экспедиции, за что их тут же окрестили сумасшедшими русскими учеными. Опасный момент. Опасно. Коля, давай, держи. Уже знают, что вы залезли на Сент-Экзюпери. Вся долина полна слухов. Окей. Все нормально. Мы готовимся к Фицрою. Ну, правильно, погода стоит. Свою порцию порицания или восхищения получили и магнитогорские альпинисты. Пока мировая спортивная элита в течение месяца ждала погоды, эти сумасшедшие русские покорили одну из самых труднодоступных вершин Патагонии – Фицрой. Все, зима. Ручей бежит, снег валит. Ждем погода. В нашей следующей телевизионной встрече – хроника этого драматического восхождения. Вперед! На Фицрой!